Добрый вечер. В аркашной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире, и вовсе не Аркаша горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле, пока вы разбирались, кто теща, кто свекровь, куда же мы глядели, покуда все галдели и бойко рифмовали слова «любовь и кровь». В Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым грошовый наш уют. Эх, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и то, что мы имеем, уже не украдут. Мы были так богаты своей и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетений. И так несправедливо, что жизнь у нас одна. И так несправедливо, затронули тему космоса, и я бы хотел спеть действительно серьезную песню. Сидим мы, братцы, как-то с африканцем, а он, представьте, мне и говорит: в России, говорит, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли неси, а также в области балету. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Ударили по 300, а он, представьте, мне и говорит: в российских селах потанцуют 300, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балету. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей.
такой? Я, говорит, наследник африканский. А я говорю, технолог петухов. Вот я говорю, и делаю ракеты, перекрываю Енисей. А также в области балету я впереди, говорю, планеты всей. Я впереди планеты всей. Открой, говорит, мне главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, советское искусство в наш век, говорю, сильнее всех ракет. Но все ж таки, говорю, мы делаем ракеты, извините, перекрываем Енисей. А также в области балету